Я буду. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, будь милостив к нам грешным, создавши нас, Господи, помилуй нас. Вещества мы согрешили, Господи, прости нас грешных, помилуй и благослови. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняя сокровище благих, и жизни подателю принесемися мы, и очистены от всяких скверны, и спаси блажи души наша. Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имя Твое ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство, сила и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, не находя себе истинного оправдания. Мы грешны приносим Тебе, наш Владыка, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя надеемся. Не прогневайся на нас сильно и не вспоминай беззаконий наших, но призри и ныне, как милосердный, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты Бог наш, и мы люди Твои. Все мы дело рук Твоих, имя Твое призываем, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери открой нам, благословенная Богородица, чтобы мы, надеющиеся на Тебя, не погибли, но избавились бы через Тебя от бед, ибо Ты – спасение рода христианского. Божий вечный и Царь всего созданного, сподобь меня дожить до этого часа. Прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и помыслом. Я очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой нечистоты, плотской и духовной. И дай мне, Господи, эту ночь проспать спокойно, чтобы встал с моего низменного ложа, я во все дни жизни моей делал угодному Пресвятому имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов, плотских и бесплодных. И избавь меня, Господи, от искореняющих меня суетных мыслей и дурных желаний. Ибо Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, всегда и вечно. Аминь. Вседержитель, Слово Отчие, и Иисусе Христе, будучи сам совершен по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне, Иисусе, добрый пастырь Твоих овец. Не предавай мне мятежному змею, и не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя погибели. Ты, Господи Боже, которому поклоняется Царь Святой, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немертвым светом, святым Твоим Духом,
которым Ты осветил Твоих учеников. Дай, Господи, и мне недостойную рабу Твоему, спасение Твое на ложе мое. Просвети ум мой светом уразумения Святого Евангелия Твоего, душу любовью ко Христу Твоему, сердце чистотою Слова Твоего, тело мое Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою сохрани Твоим смирением. И подними меня в надлежащее время на прославление Тебя, ибо Ты препрославлен вместе с неимеющим начала Отцом Твоим и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Аминь. Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, умилосердись и помилуй меня грешного раба Твоего. Отпусти и прости мне недостойно все, чем я согрешил перед Тобой сегодня, как человек, и более, не только как человек, но и хуже скота. И отпусти мне недостойно все мои грехи, вольные и невольные, сознательные и несознательные, совершенные с юности от злого коварства, вспыльчивости и беспечности. Если именем Твоим клялся и похулил его в помышлении моем, или кого укорил, или оклеветал, или от чего-либо прогневался во гневе плоти, или опечалил, или солгал, или безвременно спал, или пришедшего ко мне нищего презрел, или опечалил брата моего, или возбуждал ссоры, или кого осудил, или развлечался, или возгордился, или разгневался, или во время молитвы ум мой стремился к лукавым мирским помыслам, или имел хитрые мысли, или обидался, или опивался, или без ума смеялся, или злое помыслил, или добро чужое увидев, уязвлен был сердцем, или непристойно говорил, или над грехом брата моего посмеялся, тогда как мои согрешения бесчисленны, или к молитве был нерадив, и все то, что сделал злого, и забыл, ибо беззаконие мое превосходит перечисленное, то помилуй меня, Творец мой, Владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и разреши, и освободи, и прости меня, как благий и человеколюбивый, чтобы я блудный, грешный и несчастный, с миром лег, уснул и почил, поклонившись, воспев и прославив пречистое имя Твое, со Отцем и Его единородным Сыном, теперь, всегда и во веки. Аминь. 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 Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избавь меня вечных мук. Господи, умом ли помыслом, словом ли делом согрешил, прости мне. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия, окаменевшего чувства. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавыми страстями. Господи, я как человек согрешил, Ты же как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь моей души. Господи, пошли мне благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Святое, имя Твое святое имя. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге жизни и даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если я и ничего доброго не сделал перед Тобою, но дай мне по Твоей благодати положить доброе начало. Господи, окропи сердце мое росою Твоей благодати. Господи, небо и земли, вспомни меня грешного, гнусного и нечистого раба Твоего в Царстве Твоем. Аминь. 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 Господи, прими меня кающегося. Господи, не оставь меня. Господи, не ввели меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы, памятование о смерти и умиления. Господи, дай мне расположение к исповеданию грехов моих. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, вкорени благой Твой страх в сердце мое. Господи, сподобь меня любить Тебя от всей души моей и помышления,
и во всем исполнить волю Твою. Господи, защити меня от злых людей, бесов и страстей, и от всего вредного для меня. Господи, делай по Твоему соизволению все, что Ты хочешь, да будет воля Твоя и надо мной грешным, ибо Ты благословен во веки вечные. Аминь. Милосердного Царя, милосердной Матери, пречистая и благословенная Богородица Мария, излей на мою страдающую душу милость Сына Твоего, Бога нашего, и направь меня Твоими молитвами на добрые дела, чтобы у меня остальное время моей жизни прожить без греха и с Твоей помощью найти рай, Богородица Дева, единая, чистая и благословенная. Ангел Христов, Святой мой Хранитель и Покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякой хитрости, идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневить Бога моего, но молись за меня грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Аминь. Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и пусть бегут от лица Его ненавидящие Его. Очищает дым, так пусть они исчезнут, как тает воск от огня. Так пусть погибнут и бесы, осеняющие крестным себе знаменем, и с радостью говорящих радуйся, и многочтимый житающий крест Господень, прогоняющий бесов силою Господа нашего Иисуса Христа, распятого на Тебе, сошедшего в ад и уничтожившего силу дьявола, и давши нам Тебя, свой чтимый крест для прогнания всякого врага. О многочтимый ждущий крест Господень, помогай нам со Святой Госпожой Деву Богородицей, со всеми святыми во веки. Аминь. 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 Господи Бог наш, слава Тебе, благодарим Тебя за этот прошедший день. За услышанную молитву, Господи, слава Тебе, что Ты сохранил в пути всех сюда приезжающих, что расположил сердца тех людей, от кого зависело, что они сюда могли попасть, Господи. Воздай милостью, добром Твоим. Благодарим, что Ты проявил эту милость, Господи, что услышал эти воздыхания наши, что собрал нас здесь воедино, Господи. Даруй тем людям, которые приготовились к крещению, Ты знаешь их сердца, Ты знаешь их помыслы, Господи. От Тебя ничто не укрыто. Сам, Господи, положи на сердца священника, тех людей, которые будут их испытывать, что и как задать вопросы, а им положи честно, открыто все ответить, Господи, ничего не утаял, как стоя перед лицом Твоим. Если они, Господи, достойны, хотя мы много согрешаем, Господи, прости нас, Владыка. Ну и мы даже в свое время, кто даже готовился к крещению, подходили, взывали к Тебе, просили, умоляли Тебя, Господи, чтобы Ты нас не лишил благодати Твоей, не лишил этот вход войти в церковь Твою святую, к святым Твоим, Господи. Слава Тебе. Прости нас, что где бы мы погрешили и были недостойны этого звания. Прости и помилуй, ибо Ты благо человека любит, слава Тебе. Благослови завтра, сегодняшнюю та же ночь, дай вдохновение. Поставь Твою невидимую охрану, Господи. Ограни нас от пожара, от воров, от нечистой силы, от всякого рода зла. И даруй по великой Твоей милости, Господи, завтра там встать, возблагодарить и прославить Тебя за все чудные дела Твои. Увидеть это лучи солнца первое, Господи. Чудное творение, услышать пение птиц, все, что нас окружает, слава Тебе. Дай нам, Господи, научиться любить ближних наших, любить той искренней любовью, которую Ты возлюбил нас, когда, Господи, даже отдал свою жизнь за нас, вися на кресте, пролил свою пречистую кровь, Господи, слава Тебе. Благодарим Тебя также за это чудное воскресение, за этот бесценный дар веры в написанное Слово Твое, Господи, что и Ты и нас избрал, и нас приблизил к Себе, слава Тебе. Дай нам Твоей великой Твоей милости завтра утром, даже в течение дня, Господи, воедино, чтобы между нами не было этих раздоров, разногласий, разномыслий,
ропота, недовольства, все это удали из наших сердец. Дай во всем проявлять мирномудрие, кротость, воздержание. А нашим наставникам даруй, Господи, мудрости, как нас наставить по слову Твоему. Прибудь с нами, Господи, научи нас возлюбить Тебя, Господа Бога нашего, всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью своей, всей душой своей. И возлюбить ближнего как самого себя. Да будет на все Твоя святая воля, Господи, как Тебе угодно, не как нам. Тебе, Господу Богу нашему, за все хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Все, спасибо. Братья, да, провели занятия. 4:40. Подъем 4:40. Мы сейчас не расходим, сейчас будем изучать Слово Божие. Все, брат. Не расходим. А Слово Божие отдельно учим. Порвать, да? Здесь остальные. Я уже тоже.